Земля! Идем, серый бестель! Не хватает их! Только не забывай за край света! Бешеный Джек Пират. Великий вулкан. Смотри, сколько чаек, Снак. Что мы с тобой в последний раз ели? А паук, которого я поймал, считается? Это был паук? Ты скормил мне паука? Я думал, что это краб. Это был паук. И вообще, это было почти 3 дня назад, капитан. А! 3 дня! 3 дня без еды, а я не вижу никаких признаков того, что Земля близко. Может, поставить еще пару, чтобы быстрее двигаться? Нас ждет голодная смерть, Снак. Мы должны найти еду. Великий вулкан будет говорить. Эй, вы! С вами говорит Великий вулкан. Вулкан голоден. Достаньте ему китайскую еду. Но, Великий, мы кормили вас час назад. Не возражай мне. Не доводи до греха. Я знаю, когда меня кормили, но я снова голоден. Вы разве к этому не привыкли? У нас больше нет китайской еды, Великий. Не желаю слушать. Великий вулкан страшно голоден. Я начинаю плеваться. Надо его накормить. Да, шеф, но ресурсы нашего острова быстро кончаются благодаря аппетиту Великого Вулкана. От леса гамбургеров только булки остались. Нужно срочно расчистить территорию для еще одной плантации гамбургеров. Как вкусно пахнет, Снак. Но это, конечно же, галлюцинация. Нет, на этот раз не галлюцинация, капитан. Все настоящее. Где ты смог раздобыть эту пищу? Вам нравится, сэр? Нравится? Я в восторге, Снак. Где ты это нашел? Начинку я сделал из обрывков паруса, а лепешку слепил из помета и перьев чаек. Ну, а неприятно спрашивать, но спрошу. Где ты взял зеленый соус? Сэр, вы помните, что недавно мне стало нехорошо? Если гамбургеры его не устроят, нам скоро придется покинуть родной остров. Каким образом, шеф? Наш остров создан из пищи, и мы не сможем сделать корабль из пиццы и китайской лапши. Да, мы как-то пытались, и у нас не вышло. Остается уповать на судьбу. Знаешь, Снак, ты отлично мне послужил, и пришло время тебе отплатить. Спасибо, капитан. Топор наточен. Спокойно, Снак, я посмотрю, что у тебя внутри. Нет, капитан, пожалуйста, не ешьте меня. Я невкусный. Эй, вы чувствуете, капитан? Да, ты пахнешь как гамбургер. Нет, стойте, капитан, возьмите. Что это, закуска? Отлично. Нет, капитан, смотрите в трубу. Я лучше съем ее. Ну ладно. Боже, мне хуже, чем я думал. Я вижу остров с чизбургерами на деревьях. Спускай шлюпку! Здесь какой-то странный песок. Святые угодники, Снак! Это не песок! Это коричневый сахар! А это не раковина, капитан. Это картофельные чипсы. У меня такое впечатление, что весь остров сделан из всякой еды. Это лиана съедобна. И кора пальмы тоже. А эти червяки? Не ешь червей, Снак. А все остальное есть можно. Капитан, смотрите, на этих деревьях полно чизбургеров. Идем, Снак, натрясем их. И наедимся. Скорей, наполните меня едой. Не забудьте прислать кока-колу и побольше цыплячьих крылышек. Я надеюсь, что шеф и Мабу скоро вернутся. Если они не вернутся, вулкан засыплет нас всяким мусором и костями. Отличное место, да? Согласен, капитан. Кто-то жует. 2 чужака едят бургеры. Их так мало осталось, шеф? Это их корабль. Наши молитвы услышаны. Надо скормить этих идиотов вулкану и удрать отсюда на их корабле. В атаку, ребята! Ура! Да, давно-то
никак не ел снак. Что? Что случилось? Несколько синих дикарей стоят за вашей спиной, направив на вас оружие. Неужели? Они не теряют времени, да, Снак? Могу я воспользоваться возможностью и сказать, что я был счастлив работать с вами? Ты вряд ли успеешь. Прощай, Снак. Ой, больно. Молчи, Снак, нас не убили. Не думаю, что они нас убьют, капитан. Нет, мне кажется, что они нас полюбили. Вы боги, о которых говорится в легендах. Это похоже на сон, Снак. Я согласен, капитан. Нас считают богами. Боги, съешьте хоть все, мы еще принесем. Ах, как это вкусно. Снак, я поправился? Я должен сказать, что вашу фигуру больше не назовешь юношеской, капитан. Почему ты не поправился? Другой метаболизм, капитан. Мне бы его иметь. Эй, вы, вот, дайте кексик. Эй, синие, дайте кексик. Я вам сказал, дайте кексик. Я ужасно голоден, где моя пицца? Кто это? Наш великий вулкан. Это злой дух, и он голоден. Да, похоже. Дайте ему что-нибудь, пока он не разрушил остров. Да, мы дадим. Дорогие соплеменники, наш час настал. О каком часе он вещает тут, капитан? Не знаю, Снак. Может, о часе десерта? Совсем скоро мы освободимся от тирании вулкана. Как только мы бросим этих чужаков его жерлом, мы тут же покинем остров на их корабле. Не очень похоже на десерт. Я в последний раз говорю, или скорее кормите меня, или начну плеваться. Мы сейчас. Снак? Эй, вы что? Что вы делаете? Ой, как же мне теперь встать? Идемте, друзья, нас ждет корабль и свобода. Да! Да! А? Сейчас же вернитесь! Вытащите меня! Милый, добрый Снак! Снак, ты слышишь меня? Ты жив? Я боюсь. Кто там заткнул дыру? Эй, убирайтесь оттуда, пока я не начал плеваться. Вы великий вулкан. Что? Нет, то есть, да, ты. Уходи сейчас же, или великий вулкан уничтожит тебя. Ой, вот кошмар. Я сломал плевалку. Скорей, парень, надо бежать отсюда. Можем взорваться. Значит, вы вовсе не злой дух, вулкан? Нет, конечно. Я известный певец. Много лет назад мой корабль потерпел здесь крушение, когда я плыл в Лас-Вегас. Я увидел всю эту еду и решил разыграть местных дикарей. Я не бог. Я охотничий пес. Идем, вулкан, надо выбираться. Нам туда. Выход наверху. Но капитан своим задом заткнул его. Это плохо, приятель. Нужно срочно найти выход. Нас здесь завалит камнями. Похоже на то, малыш. Вот, держи, надевай на голову. Картонный стаканчик тебя защитит. Здесь становится неприятно. Да, шеф, я вами восхищаюсь. Вы так ловко все провернули. И не говори. Ну и куда мы отправимся? Куда захотим, здесь же нет злого духа, который нам приказывает. Слава богу, Снак, нам повезло. Теперь надо разобраться с наглыми дикарями. Не обижайтесь, капитан, но чтобы за ними угнаться, вам следует похудеть на пару килограммов. Правда? Месть подождет. Но как мне сбросить лишний вес? У меня есть идея, капитан.
И раз, и два, и три, и четыре. Живее, капитан, активней. Активней, и раз, и два, и три, активней. Ты станешь активней, когда я приду в форму, Снак. Не отвлекайтесь, капитан.